17 по 19 ноября 2016 года юридический факультет КФУ проводит первый международно-научный практический конвент. Конвент – правопреемник традиционной конференции юрфака, который по результатам опроса студентов уже дважды признавался лучшей юридической конференцией в России. Организаторы конференции усилили образовательную программу. Участников ждет большее количество лекций и мастер-классов в самых различных секциях. На новом уровне будет организована культурно-развлекательная программа. Помимо традиционных экскурсий по городу и университету, участников ждут другие развлечения. Мы включили туда интеллектуальную игру «Что, где, когда». Мы из пешей экскурсии по Казани планируем сделать автобусную экскурсию. А также в том году нами был успешно реализован такой проект, как «Юридический Форт Боярд», и мы решили интегрировать данное мероприятие в конвент. В конференции могут принять участие студенты и аспиранты со всего мира, причем для этого не обязательно быть студентом юрфака. Для участия необходимо отправить заявку и тезисы доклада. Основными критериями отбора являются актуальность, самостоятельность и оригинальность. Здесь собираются ведущие студенты, которые высказывают передовые идеи, которые предлагают самые актуальные вопросы на обсуждение, и именно поэтому на базе Казанского университета мы можем создать идеальную площадку, на которой студенты получат новые знания, ну, конечно же, обретут новых друзей. Заявки принимаются до 12 октября. Ксюша Дзен, Диана Авакян, Ленардо Влетьяров, Универньюз.